Ой, на самом деле очень много прошел через трудности, и год, считай, играл в мини-футбол, потому что находился без команды из-за травмы. Надеялся, верил и терпел. И потом поступило предложение от алгаря, которым нужна была помощь. И мы как бы с этим футбольным клубом друг другу помогли. Он помог мне возродить карьеру, а я радовать голами. Да, поиграл я на многих позициях, и в нападении, и в обороне, и в полузащите, но у нас такая сейчас схема игры, что я как крайний и защитник, и нападающий, поэтому ответственен и за оборону, и за атаку. Так получается, что нахожусь в том месте, где должен находиться, и забиваю голы. Ничего. Фактически моя позиция, да, достаточно тяжелая, потому что надо колоссальный объем работы делать, но я думаю, самая энергозатратная позиция, поэтому, ну, мне не привыкать, так что все нормально.